Подошли мы к центральной площади. Не слишком пока видно, но вон он прорисовывается. Лотос. Рассвет вот так выглядит. Конечно, если бы солнце вставало по-хорошему, а не в таких тучах, это было бы красиво. Но что самое главное, вон отважные купаются. Огромные волны. Высоченные волны местами. Он еще и подныривает, с ума сойти. Вот что делается. Смотри, как их водой носит туда-сюда. Смотри, как потянуло. И вот сейчас не успей увернуться от этой волны. Унесет туда, за эту территорию, а обратно весьма и весьма проблематично. Вот какая масса, какая махина. Все уже светлеет и светлеет. Я не вижу кто, но у меня такое впечатление, что там и дети какие-то, или может просто люди маленькие видят, но вижу, что женщина. Ну надо же. Так, мы пойдем к лотосу подойдем. О, там уже в спецодежде, в тренировочных костюмах. Полшестого? Но учитывая, что мы идем с остановками, да, там постояли, там поснимали. Сколько? Ну, с полчаса, наверное, мы тянемся. Ну, 8 минут, может. А сейчас сколько? 8. Ну, полчаса. Но мы еще и поротозейничали в куче мест. Ну, в общем, реально от нас минут 15 сюда идти нормальным шагом. Да, интересно вернуться через без месяца, да? 6 лет. Нет, 7 лет. Без 1 месяца. Ну, здесь как бы мы проездом были. Да? Ну, понятно, что проездом были. А, наверное, если это был 2012 год, то что тут, в январе 8 лет будет. Thank you.
пролетает быстро. Держалась темнота. И все. А где этот лоб? Ну вот он стоит. Прямо перед тобой. Здесь вот напротив находится ночной рынок. Функционировать начинает с 4 часов. Ну, может быть, и до этого кто-то тут располагается, но официально время работы с 4. Похоже, но я бы сказала, еще и на цветок банана похож. Сейчас здесь находится. Ну, тут, по-моему, даже охранник занимается. Совершенно другого рода движения. Ну, я представляю, у нас бы заставить людей выйти. Тут же никто никого не заставляет, все сами идут. Поют, да? Подойдут, поют. О, кто-то промчался. Крыса? Вода свободная. Как она действует-то? Как она действует-то? Думала, тут что-то нажимается. Ой, батюшки, ну-ка. Сейчас посмотрим. Нажимается на кнопочку. И пей. Смотри, чтобы не облился. Местные жители попьют. Это элемент. Ага, еще его. Давай, сейчас, чтобы тебя. Thank you.
Да, такие танцы в основном женские. Да. Мужчины там, где, видимо, дыхательные, да, цигуны разные. Интересно, когда фонтан работает. На мотобайках приезжают в него следы, специально сюда, к морю. С этой стороны виднее, что он розового цвета, мраморный или какой. Красивый лотос этот, как будто из пучины морской, из волн морских возникает. Ну вот, такая наша утренняя прогулка. Пойдем еще до фонтанчика того дойдем. Вот под кокосами, под этими опасными. Местным купальщицам не страшна никакая непогода на море. Он как песок носит. Там еще куча. Вон сколько тут. Наверное, с пресной водой эти канистрочки для омовения. Вот это клуб моржей. Видимо, спасатели в красных шапках ходят. Что? А там он, смотри, или это буй какой-то? Буй. Ну, в основном женщины идут. Ну, он дяденька идет. Наверное, это охота пуще неволи. Я представляю, как там сейчас песок бьет и царапает. Такая мощь волн. Наверное, с неохотой выбираются. Ну да, канистрочки с пресной водой привозят с собой. Вон тут. И омовение сразу, душ еще не работает, поэтому вот так выходит из положения. Приезжают, куча мотобайков стоит. Ритуал, наверное, который надо строго соблюсти. Все, светлеет, и теперь уже от фонтана не так много чего видно. Ну, дойдем. Здесь вот фонтанчик, и чуть потемнее было, его было видно. Все, эффект уже пропал. Пока еще это струи подсвечивались сильнее. Так, ну, наверное. А строительство везде активное. А строительство везде активное. Да, вот видно, какой-то новый комплекс строится. Строительство тут во многих местах.
пальмы качаются и качаются. Ну все, с добрым утром.